Значит, идем вместе. Нет. Этот бой я должен провести один. Если доживу до завтра, я разыщу вас. Доживешь, конечно. Не слышали? Я больше не рыцарь. Нет, вы не рыцарь, месье. Но кто, предатель или патриот? Кем бы вы хотели меня видеть? Полагаю, у вас свои резоны. Две революции научили меня, что неправы бывают обе стороны. Я этого не забуду. Уж постарайтесь, месье. Посягнете на дело свободы, и клянусь, я стану вашим заклятым врагом. Адье, месье. До новых встреч. Мы еще встретимся, друг. Вот это нормальный тип. Французик меня спас. Глава 15. Спасение жизни. Вестминстерский мост, округ Вестминстер. 3 декабря 86-го. Уже уходите? Дэви. Вы запомнили мое имя? Мне многое нужно вам объяснить. Я должен был вам поверить. Нет времени на болтовню. Вижу, вы торопитесь на тот свет. Я все исправлю. Любой ценой. Тогда держите. Спасибо, мать. И постарайтесь не умереть. Похоже, вы нравитесь моей королеве. Ну что, поехали. Доберитесь до лаборатории Теслы. Николка, я иду к тебе. Платформы, так. Будут лютые перестрелы. С какого ты хуя винтовку достал? Что будет что-то мясное? Пока вроде нет. Все, пошел отсюда вон. Так. Давайте сюда. Заперто, нет? Открыто. Хорошо. Никола, ответьте. Я в катакомбах. Иду к вам. Вам нельзя здесь появляться. Держитесь, я скоро буду. Как это нельзя появляться? Я сейчас, блядь, появлюсь, причем эффектно. Так, нужно вниз лезть. В люк. Блять. Черт. Ох, я, блять, и выстрелил, блять, все мимо. Ну все, что ты начинаешь истерить? Главное, чтобы они сзади не подошли. Пацаны, что у вас есть? Поживиться? Ничего нет? Ну тогда пошли вон. Так, тут, блядь, катакомбы целые. Так, троих убрал. Черт возьми. Четверых убрал. Ух ты, ебать! Козлы ебучие. Еще одного. Тут рыцарь, блядский, сюда.
Да как же его замочмолить? Вон она сидит, блядь. Чё вырла? Вылазь. Вылазь, блядь. Так, рыцаря тоже замочили. Еще одного. Это, по идее, последний. Нет, блядь, не последний. Патроны кончились. Вот незадача. Все, сука. Не-не-не, верните мой, пожалуйста, револьвер. Патрончики бы мне взять. А здесь что, гранаты? Хорошо, давайте возьмем гранаты. У всех, блядь, оружие разное, дело в том, что толком не подобрать ничего. Сюда нам? Так, нет, нам не сюда. Таратан, давайте вот сюда, вниз. Сэр Галахад, у нас неприятность. Сюда идет сэр Лукас. Никола, уходите оттуда, немедленно. Бояться нечего, друг мой. Сэр Галахад! Я ставлю канал связи открытым. Хорошо. Блять! Тут можно встать? Можно. Ой, тебе в личика. И тебе в личика. Вот это нормальный кент. Ба, тут перестрелки лютые. Патроны, патроны бери, братик. Блять, ну пистолет вообще дамажит, ребята. Вы бы знали эту движуху. Так, это не тот револьвер, что-то... Ух ты, ебутся коты. Бам! Не, не хочу разрядник, он мне не нравится. Гранаты. Эта штука недалеко пуляет. О, может лучше мою штуку эту взять. Сейчас, походу, будет какая-то заварушка лютая, ребята. Есть. Сука, козел. По лицам постреляю немножко. Подожди, можно забежать обратно? А, так это вообще добротная бежуха. Тогда все хорошо. Блять. О, рыцарь. Сейчас он меня растрахнет вот так примерно и все. Не добивай меня, ебать ты пидорас. Ой-ой-ой, ладно, буду знать. Короче, туда выбегать нельзя ни в коем случае. Ну, давайте для начала с этого порубим. Ловите, пацаны. На тебе в лицо. Да блять, ебать он тушит, это пиздец, этот рыцарь ебать. Вообще без вариантов, я смотрю. Вот это веселуха. Я аж матом захотел поругаться.
Давайте. Не-не-не, ну стой, ну что ты, чмошник? Блядь, ну не знаю. Ловите. Пидоры. Так. Да сука. Да ты ёб твою, блядь, дура. Это просто пиздец какой-то. Как этого ёбаного дурачка убить? Он меня, блядь, бесить начинает, сука. А чё это за хуйня вот эта? Бам, блядь. Давайте попробуем с этой хуйней, не знаю, как она работает. Она типа сразу убивает. О, хоть этого подарил, ёбря. Так, блять, ну это весьма опасная движуха. Кто там еще шевелится? Ебать, они тут засаду устроили. С третьего раза. Прохожу, или с четвертого уже, с какого, не знаю. Кто-то еще. Сейчас, если рыцарь ебливый выйдет, то все, мне тут, блять, виллы будут. Если. Ку-ку, блядь. Если рыцарь выходит, то... Надо его глушить сразу. Тихо. Патроны. А мне еще и не сюда, блядь. А куда мне тогда? Извините, извините. Вот. Стопай оттуда! Ебать, это еще этот демон! Конченый. А как он, блядь, через стену стреляет? Я пошел! Ебать! Еще один вышел. Пацаны, ну вас. Да ебать, ничего, конченый вообще. Сейчас меня опять завафлят. Ебать, он травит. Блять, не жду меня поджарить, братик. Откуда ты, судак белоглазый, бля, стреляешь? Где он, сука? У меня еще есть одна граната. Пидор. Он, блядь, мне страшно. А, вон он, сука. Или это не он?
Там, по-моему, кто-то еще был. Извините, ребята. Фу-фу-фу, ну это что-то, блядь, я смотрю, вообще серьезная хуета какая-то происходит здесь. Прям, блядь, лютые перестрелки. Рыцари своих пускают сюда. А чё ты стесняешься, блядь? Блядь, я не смотрю, под конец тряхнулись вообще напрочь. Ебануться! Вот это он сейчас сечку мне дал. Вставай, блядь. Фу, там еще одно чмо. Больно, говорит. Ку-ку, блядь. Никого не осталось? Не верю, блядь. Значит, ну, сука, выбегать, блядь. Дело в том, что... Тут можно было, блядь... Тихо. Да не то, дурак ты, ебливый. Не, лучше эту штуку, тут патронов больше. Давай, подбирай, братик. Никола. Это мне и нужны. О, чем могу быть полезен, Сарбук? Идемте. Нам нужно многое обсудить. Да, сэр. А это он с кем-то же переговаривается. Они, походу, хотят Николу убить. Ух ты, ебутся, жабы вверх ногами, блядь. Николка, не уходи никуда. Давай, 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 гыч. И что это сейчас сделаю? Блять. Бам, все. Отключили что-то. А сейчас дверь открою. Опоздал я, блять. Лаборатория Теслы. Никола, что случилось? Леди Лакшми была права. Он узнал. Я вас вытащу. Давайте. Сейчас будем, скорее всего, одной рукой отстреливаться. Он еще там. Уже поздно. Ничего не сделать. У меня есть еще одно дело. Глава 16. Обнимемся, брат. Алистер! Я знал, что ты вернешься, брат. Выходи на свет, мерзавец! Ты и я, мы не такие уж разные. Я всего лишь хочу защитить своих родичей. Мы просто боремся за свое выживание. Это ложь! Однажды, возможно, ты поймешь. Прости меня, Грейсон. Этого я совсем не хотел. Ну давай, сука. Пощечину тебе селидовскую отцовского леща. Ох
ты, блядь. Вот ты какой красивый. Ух, нихуя себе. Ты здоровый. Блять, я что-то про это. Сейчас тебя закалю. Так, хорошо. Давай, давай. Ах ты пиздюк. Получай. Нихера себе тут разборки злостные. Получай. Хорошо. Давай, сука, иди сюда. Ты меня укусил, блядь? А у меня там какая-то перчатка металлическая, да? Я нажал, блядь, влево, сучара. Сучара, сучара. Давай, давай, иди сюда. Кузика. Блядь, этот проебал. Да ёб твою мать. Не-н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 е
битва, конечно. Что, смотрю, ему тоже плохо. Да ёб твою, блядь, что сколько можно? Давай, 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 братик, давай, блядь, подымай кинжал свой. Кортик, кортик бери. Отлично. Раздамажил ему пузо. Я знал, что этот день однажды наступит. Зачем, Алистер? Все эти годы вы сражались с нами бок о бок. Я видел то, что не могу стереть из своей памяти. Как цивилизации рождались и гибли из-за людской алчности. Как люди истребляли друг друга во имя так называемых богов. Мы еще искупим свои грехи. Но чем вы оправдаете зверство, что творил ваш народ? Мой народ... Мой народ ничуть не хуже вашего. А как же ваша сестра? Ваш отец? Все это ложь? Изи, мой отец. Я любил их как родных. Но где им понять, в каком кошмаре я жил? Сын мой. Отец, прости меня. А, это я должен просить прощения. Я не хотел для тебя такой жизни. Вы знали. Я всегда знал. Я спас его, когда его семью убивали. Твой отец погиб от моей руки. Но, дитя, за что тебе такая участь? Как мог я забрать жизнь невинного? Сознайтесь во всем совету, лорд-канцлер. Только так вы сможете искупить свою вину за эти бесчинства. Я не могу! Это правда потрясет наш орден до основания. Значит, пожертвуете мной. Сколько еще должно умереть ради вечного молчания? Он мой сын.
Я не могу прервать его жизнь. Изабель и совет не должны ничего узнать. Или я обращу в прах все, что вам дорого. Не просите меня об этом. Отныне я запрещаю вам знаться с рыцарями. Орден должен быть единым. Вы более не его часть. Закончите, что начали, и прочь. Люди не созданы для такой жизни. Наступит день, когда наше страдание кончится, брат. Может, тогда мы обретем покой. Давайте сделаем это, ребята. Хорош. Сэр Галахад, вы слышите? Сэр Галахад. Не бойтесь, Никола. Все хорошо. Это вы так думаете? Совет ввел в городе военное положение. Власти могут перейти к активным действиям в любой момент. Сейчас не время для геройства. Нам надо последовать за леди Лакшми и покинуть город. Я скоро буду. И чтоб вы знали, я больше не Галахад.